И наш любимый Кривород празднует яблочно-медовый спас. Подробнее об этом в нашем солнечном репортаже. Дорогие кривородчане, хочу вас поздравить с этим праздником, с яблочным спасом, и пожелать всем огромного-огромного здоровья, благополучия. Пусть все уйдут беды, пусть наступит просто счастье в каждой семье. И поэтому хочу вас пожелать вам всего самого наилучшего. Даже дрожит все тело, потому что так хочется, чтобы у всех все было хорошо. И все забыли про свои горести, и обиды, и про все плохое. И вот сегодня, пожалуйста, приходите все, не знаю, церковь. Сейчас это просто такое место, где, я не знаю, прекрасное место, где можно постоять и чувствуешь себя легко и свободно. Здоровья, счастья, благополучия. Всего наикращего. Спасибо. Thank you.